Ассаламу алейкум, урметли серджилер, амас, милей телеканалында хабирлер вақты. Студияда мен Мухаммед Зикириев чалышам. Шахсей Незарета алтында Қырым Джимхуриетінің ел башысы Сергей Аксенов иш зиаретінен Ахмет Жетшерінің бір сыр объектлеріні айланып чықты. Воровская соқағында FV10-ның азбары Музбет Нумыне олды. Бу ерде яны лифтлер, чалыша, хапу пенджерлер яны подъездлерінің көрініші пек дүлбер. Башқа объектлерді чөплі контейнерлеріні ічін мейданлар абадалаштырылмақ керек. Йолларда яқшы дегіл, Эвлер Тамир әтілмесі Қырым ел башчысы муниципаль идарелерден бірінде де генерал мудерінің фалиетіні төшкермеге авалиетті. Ахмезжетін джемат нахлетінде ел парасон 7 рублеге жек отерілежек. Ләкен егер ташыйджилар қызметлерінің кейфетіні юкселтмеселер тариф әвелкісіне қайта біле. Буақта Қырым Джимхуриетінің ел башысы Сергей Аксенов Ахмезжет меселелері бойынша кечірілген топлашу кетішатында білдірді. Договорились, что будет 17 рублей стоимость проезда, но при этом жесточайший спрос за соблюдение расписания, чистоту, за перевозку льготников и так далее. То есть... Қырым ел башшысы Ахмезжеттеке еллар хапланмасының пек мұшкіл алына ве идареті же шеркетінің кереклігі кібі чалышмағанларына да диққатын айырды. Более 50% сегодня дорог Симферополя не имеют асфальтового покрытия. Что касается работы управляющих компаний, ну, ситуация аховая, могу сказать, просто драматичная, к сожалению, большому. Ну, критики никакой работы управляющих компаний не выдерживает. По итогам подготовки к выездному заседанию Субмина, вчера мы в 22:30 проводили совещание с управляющими компаниями и приняли формулу, которая звучит так. Если глава республики будет ездить по городам, ну, в частности, по городу Симферополю, и, простите, непотребно тыкать нас носом в то, что у нас лежит под ногами, такие люди работать не будут. Экваторға яқынлаштылар, Қырым көпірінің құрыжылары демір елларының ярысына тошеділер. Эркун Нахлет кечетінде 25 метрлік рейс қысымларына ерлештірілі. Құрыжылық насыл девам әтмектіні ве Қырым көпірінің бізні Данинен айреті қалдыражағы ақта бізім Невбеті келев қамыз. Марат Майнер! Қырым көпірінде демір ел қысымлары тоқтамаздан ерлештірілі 38 километрден енді 19-ы қойылған. Ишлер август айында екінленеджек. Яны елжылар трені бұл ерден декабр айында кечеджек. Бұл Қырым көпіріне көтерілген бұрынжы трендер. Епсі тремелер енді азыр демір ел темеледі ерінде тек рельстерні қоймақ қалды. Оларның мүме ағырлығы 5000 тонаны тешкілете. Демір шпалалары есе 76 бингане. В процессе работы производится укладка уравнительных стыков для того, чтобы снимать температурное напряжение. И между этими уравнительными стыками формируются плети длиной 440 метров. Соответственно, формируется так называемый бархатный путь для плавного пропуска пассажирских поездов, что позволяет пропускать поезда, а также снимать температурное напряжение. Еш көпірінің епсі қысымларында алып барыла тезден құрыжылар сонки блокларыны ерлештірейджеклер. Бұ да 5000 тонна демир конструкциясы. Предстоит еще большая работа по устройству элементов, необходимых для эксплуатации железнодорожного моста. Это инженерная система, система сигнализации, централизации, блокировки, освещения, энергоснабжения, производственные площадки для эксплуатационных служб железнодорожного моста. Вот вся эта работа запланирована на завершение в этом году. Ишлер ағыр авашарайтлерне бақмадан график бойынша алып барыла. Қышның ярысына қадар құрыжылар керіч боғазында епсі техниканы қуланып боламадылар. Ава ярама еді. Демер ел құрылған вақыта көпірінің араба қысмына да зияде бойык диққат айрыла. Бұл ерде диспетчерлер телекоммуникацион донатмалар ярдымынен көпірде не олайтқанына көзетелер. Шымдығы вақыта Қырым көпірінде 19 камера ерлештірілген. Оларының ярдымынен субхадимлері ел Нахлет қайделеріні бұзғанларыны қайдетейлер. Сонра мәліматыны гибіді дейдересіне ел айлар. Ондан ісе бұзу вақта мектуплер айдавжыларға етіп келе. Көпірде тек қавсызлықны көзетмектен ғайры дүлберлике де диқат айрала. Иншатының әсас қысмында ярықлатуф донатмалары қойыла. Шымды бұй ерге электрик телерчі кілеве тезден екі бензиот лампалары үш тослы ұшық бережеклер.
Көпірнің араба қысмындан 24 сағат девамында 15 бенден зияде машина кече демер ел құрылып біткен, соны се 47-ге де чифтренны кечере біледжек. Фатиме Сейдаметова, Рамазан Алибапов, Милет үшін. Ось қарарларында эмилер қырым сакинлері 90% жемқұретінің Кенеде Русиянен бірлешмесі үшін рей бері әділер. Сұравның нәтижесінде бүгін Ахмет жүтті ФЦОМ меркезінің мудері Валерий Федоров сеслендірілді. Русия президентіне ишанч дережесі велкі кабы юксек севеді Владимир Путин 90% қырым сакины ишана. Жемқұрет елбашшысына есе сұрарланғанларындан 70% ишанч бері. Әлінің 92% да ярмадамызды кей мелетлер арамына себетлеріні әйі деп сая. Қырым пайтақтында Қырымның үлк инвестицион платформасы тақтим әтілді. Бұл схема күчі кве орта әмелдарлықны инкишаф әтмек үшін ішлеп чықарылды. Бұл әйханың яқшы тарафлары не де? О регионымызда инвестицион иклімі ештірмеге ярым әтіжек ма? Ярдым әтіжек ма? Бұл меселені мұхубермасына жиі сайып олгренді. Есть положительный пример, например, инвестиционная платформа Фонда развития интернет-инициатив привлекла уже более 3 миллиардов рублей. Қырымның краудфандинг инвестицион платформасынен тек ижади зенатларнен оғрашқанлар вейш адамлары мерақланмайлар. Акимье Демалеви Теминлюфмен басына диққат айра. Бойледжі Қырымда Иліксефер чешіт көлемлі шахси садақа топланулу флейхасы чалышы башланды. Вот инвестиционная платформа – это альтернатива, которая позволит преодолеть вот эту ситуацию, с моей точки зрения. Бұл платформа Қырымның инвестицион иклемні елештірмеге ярдым етмек керек. Санкциялар дәуірінде бұл айрыжа мұйымдар. Ешбірлік ұзақтан алып барыла біле. Создавая наш проект, мы опирались прежде всего на идею обхода санкций, блокады Крыма со стороны западных стран. И таким образом вот такие цифровые технологии как раз позволят привлечь в инвестиционный процесс как российского, так и иностранного инвестора, что в принципе нам в Крыму в нашей ситуации очень интересно. Булейханен енді чоқысы адамлар мирақланып башлады. Чүнкі она көре паралар әлверіші шартларнен сақланыла. Бұндан да ғайры транзакция схемалары эпосы тарафлары чүн тұлысынен ачық айдын олажақ. Гостиничный бизнес, именно региональный бизнес встает достаточно сильно на ноги. Западные наши партнеры сделали все для того, чтобы мы активизировались и сделали уровень бренда, уровень сервиса, уровень подачи, саму услугу гостеприимства подняли на самый высокий уровень. И это достаточно важно. Теперь нам осталось только найти наших, может быть, и зарубежных партнеров, это инвесторов, которые поверят в то, что инвестирование в гостиничный бизнес в России не менее привлекательно, чем другие сферы бизнеса. Для этого, собственно, я так понимаю, и была создана в том числе эта платформа, на которую мы сегодня все пришли. Жумхурет акиметы Булейханы ишлеп чықарғанларға олдықчы қол тұтмаға азырлар. Бұны таздықламақ үчін олар платформа ачылуына келділер. Чтобы каждому инвестору облегчить путь, мы пошли по пути сопровождения индивидуального корпорации развития Республики Крым каждого инвестора, кто сюда приходит. Поэтому я и пришла сюда к вам на презентацию нашей инвестиционной платформы, что мы готовы поддерживать инвестиционную платформу для того, чтобы к нам заходили новые инвесторы, вкладывали деньги и развивали Крым. Бұл система әнді Русияның деге регионларында яқшы чалыша. Қырым лейхасы оларының ән қиметлі тәжірибесіні топлады ве оны Қырым сәкінлерінің файдасы үшін құланмаға азыр. Айша Шулакова, Наджия Исаева, Магомед Несторов, Миллет үшін. Көй сәкінлерінің мескен шарайтлерінің әйлештіруліне, көй инфраструктура объектлерінің инкишафына ве абадыланаштыруліна 20 бин рубледен зияде пара айрыла. Бұл Серемия Ақта көй қожалығы везірлігінде тариф әттілер. Ағымда кесене көй территорияларының инкишаф әтіліне 20 миллион рубледен зияде субсидия назарда тұтыла. 6 ел девамында газ оғырында күреш кеті. Султан Сала көйінің сәкінлері мавы яхаланғанларыны әвлеріне кечіп оламайлар. Субық қыш мевсім ерлі сәкінлер үчін насыл кечті Ақта Фатиме Сидаметова девамайды. Эркун Наджи ханымның сабасы суы ходаларда башлана. Евні қыздырмақ үчін сабада көмір яқмақ керек ола. Пока вот зима была, вот мы купили 3 тонны. Вот у нас остался мусор. Бір тона көмір бір айға зорнен етте. Бұл 12 бин рубледір. Қадының нефақасы есесе қыз бенден бұр азарта. Көмір біткен сон есе одын яқмақ қала. Там сады у нас совсем засохшие, а дрова брать нельзя.
ловит машину. Приходится покупать. Аж по шармек и чунеси, и в сайбесы китрельген газ на куланмага мечбурбу пек палыга туше. Баллон газа 860 рублей. Вот один баллон газ уже заканчивается. Один купили вот недавно. Баш хайрли сакинлер кабона джиханым даевы не таби газ кичерлмесы ахта арзу этем. Бугойде газдар катхан ноқта да 6 елы велсы ерлештірілді, ама цивилизация койнан тек бір қысмыны қаплап алды. Или дензеде ев аль адамавыя қырлыққа қошылып оламайлар. 2013 тенесінден берле бұл сәкенлер кефешер мемуретіне Қырымның яқарлық ве энергетика везерлігіне ве ата ермадамыздың деблет шурасына мұрадят етелер. Мы очень просим, сделайте, пожалуйста, нам газ, в первую очередь газ. Зимой люди, пожилые люди все мёрзнут. Кефенан газ худяугнан эксплуатациясы бойынша Айдаре Сынде Султан Салакуынын газификация планы йок. Бунын ичун адамлар кейнеде ерле Айдаре органларына мурадят этмелелер. Для того, чтобы они разработали план, план газификации вообще города, поселка и всего остального, и включить их в этот план, на какой год будет газификация. То есть только так, только по плану газификации можно действовать. Султан Сала көй мемуретіне кіре мұндайсе, 2022 сенесіне қадар ербір евге газ кечірледжегі ақтай шындыр алар, тек беклемек керек. Я думаю, сначала начнутся проектные работы. Ну, по этому вопросу я вам ничего не могу сказать, на какой стадии ведется работа, да, по газификации Южного. Но думаю, раз внесены они в эту программу, и это острый вопрос, к концу запланировано 2022 года будет село будет газифицировано. Амакой сакинлеры буйылын сонуна жоларны меркезей газ елына қошачақларына еші алмайлар. Султан Салакойнын соқақларына ешчелеріні алып юрген машиналар атта көрмейлер. Фатиме Сейдаметова, Дмитрий Низовой, Милет Ичун. Новороссийск шәрінде сынырджылар Лагуна 2019 деп атландырылған тахым штаб талиматыны кечірділер. Тедбірде Хырым Джимхуриеті ве Краснодар джеварындаки хувет структураларының векелері іштирах еттілер. Талимат кечірілген вақыт сынырджылар спецназы шартлы террористлеріні өлдірді ве реанетлеріні хуртарды. Рекультивация лейхазы черчевесінде Қырымның экология ве табиат ресурслары везерлігі файдалы ерасты қырымыларының ерлешкен ерлеріне ижзеретінен баралар. Мусефер олар Қарысу базар районында бұлындылар. Оларға бізім телевизион тақымымыз да қошылды. Қарасу базар районында кереч ташыны әнді 50 елдан берліч қаралар. Бұның үчін ерхазыла веп атлатыла. Сонра экскаваторлар чалышып башылай. Кереч ташы топланыла. Оны уфатқан сон чақыл қала. Ама кемер ерлерде файдалы ерасты қазымтылары тезден бітеджек. Рекультивация подразумевает, что мы все отходы там или все излишки, что мы не смогли переработать, возвращаем назад. Формируем условно-плодородный слой и засеиваем это травой. Получаем на выходе подготовленный участок под пастбище. Сроки планируются в последний год добычи. Это где-то предварительно через 2-3 года вот, по нашим нынешним запасам. Да. Экология везерлигин графигиня Бинаен рекультивация газ сонки ел берле. Бугунь Карасыл базар районындаки карьерлер 12 ер қоланы жыларны ишлеп чыкара. Оларның кемерлерінде рекультивация мудетлері энді келді. По тем трем месторождениям, по которым, по нашим данным, по проектной документации наступили сроки проведения рекультивации, у нас на сегодняшний день составлен график проверок, часть из них уже начата, проверки согласованы с прокуратурой, составлен четкий график внеплановых проверок выездных в отношении каждого из недропользователей. Бүгінгі күнде везірлік бүтін жұмхуриетіміз бойынша 24 тешкеру планлаштырды. Оларны апрелін сонына же кечіреджеклер. Дзіляра Шевкетова, Руслан Минаев, Эльдар Заитов, Миллет үчін. Түневан ақшам Қарысу базар районында екі юк машинасы бір-біріне ұрылды. Бір адам зарар көрді. Бұ ерге Дерал Крымспас Хазаи Хуртарыжы отряды етіп келді. Хазаның себеплеріні экспертлер огренелер. Нефағажыларының білмемезлігінде пара қазанмақ. Керчте полис хадимлері екі ұқуқ бозу жыны тұттылар. Жинайчылер нефағажыларға массажларыны сатын алмаға тәкіліп әті еділер. Қарт адамлар оларға ишанғанының себебінден нефағажыларыны алдатып, бұ адамларының параларыны чекіп ала еділер. Ханын бозу жыларға қаршы жинай иш ашылды. Злоумышленники в совершении преступлений сознались и написали явки с повинной.
Следственными подразделениями УМВД России по городу Керчи в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину» и части 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Ленур Велеляев, Яратхан Иджады, Муэтыне, Далмах үчін оның ахмезжетте кечірілген сергісіні зерет етмек керек. Мұнда оты қырадыланмас 32 эсеріні көстерді, бірінчілер сырасында бой эсерлеріні бізім мұхбірлеріміз де көрділер. Парлах бойлар динамик ресімлер вечевре чете олайтқан шелерге текрарланмас бақыш. Ленур Велеляевнің эсерлеріндегі экспрессионизм оның иджадыны айырып тұрған бұрчыз ғыдар. Острый выразительный современный художник, который по-своему видит мир, который состоялся как профессионал. Он очень узнаваемый и очень современный, повторюсь. Мы желаем ему больших успехов в дальнейшем развитии. И считаю, что это будет один из таких очень ярких крымских художников. Ленур Велеляев студентлик деворынден ресімлер яратаре самсамо кишадына қырым бедей оқу вюртыны битырда. Оның эсерлері қырымдан тыш коллекцияларда ве музейлерінде сақланыла. Экспозиция данной выставки возникла довольно спонтанно, буквально за один день, даже за несколько часов. Я просто приехал в мастерскую, собрал в данный момент те работы, которые лежали вот в мастерской. Собрание разных работ за последние 6-7 лет. Ленур Велеляев сықалда сияхат ете бұ фактны оның ресімлерінден анламаға мүмкін. Оларда қырымдағыларының манзаралары ве Асияның текрарланмас көрінішлері чоқ. Сергіде Мойлевнің 32 эсері тақдим етілген. Сергіге келгенлер арасында ресам ұйжадының мүхлеслерінден ғайры оның зенадашлары да олды. Айшы дере бұ манзараларнен мектеп чағындан таныш. Она да бұ ресімлер бұр вақытлары қолына фурчи алмаға ілхам берген едлер. Меня привлекает некий экспрессионизм, который присущ его работам. Почему? Потому что он есть и в моих работах, этот стиль мне очень близок. И чувствуется в работах такой вот именно колорит наш крымский. Вот посмотришь, сразу видно Крым. Серго Мартнан, Игорь Мобешни, Хадар, Девам, Этиджек, Фатиме Сейдаметова, Севилья Меметова, Асан Зивадинов, Милет Ичун. Мартың 16-сында ве 18 күнлері қырам пайтақтымыз жемат нақлетінде қатнаф бұтынлей бетава олажақ. Бөле бақшы шахмез жетінің сәкенлеріне қырам Русиянен бірлішкеннен 5 илығына себебінден япыла. Бұ пайтақ мемориятының матбуат қызметі хабиратты Ялта шерінде де қырам бары логотипы олған автобуслар байрам күнлері елджыларыны бедава ташай жақлар. Бұ ақташыр мемориеті елбашысының муавины Станислав Шапартов білдірді. Басызлеріні Иркунь храмнан ән актуал хабирлерінен танышы темас. Егер сызны барды бір меселі рацызласа, яда ічнемай жеттен мұйым ирішмен ұзылса, бізім қызметлерімізге қабир әтініз. Телефон номерамызны ве электрон адресымызны экранларыңызда көресіңіз. Бұнықтыда еніміз сонына етті. Мелек телеканалындан айрылманыз. Ақшамлар рат кешсін.